Аэробайк с педалей через ремни передается крутящий момент на этот вал, потом по тросикам на вал, который находится на оси лопастей. Внутри оси здесь еще одна ременная передача, которая передает уже на этот вал и через шестеренки передает крутящий момент на лопасти. Лопасти вращаются в разных направлениях. Руль жестко сцеплен с осью винтов лопастей. Люлька эта пилотская закреплена не жестко. Соответственно, в воздухе за счет веса пилота, вес пилота получается центр тяжести, и когда он его влево-вправо, то есть за рули держась влево-вправо, вперед-назад подает ось, меняется угол наклона влево-вправо плоскости вращения винтов. Ну и соответственно движение поступательное, возвратное влево-вправо. Игрушка получилась неплохая. В реальности, конечно, смоделировать такое в реальных размерах невозможно, смысла нет. Человеку для того, чтобы подняться за счет мускульной силы, нужно заиметь 3 лошадиные силы, а это невозможно. Ну, как игрушка, вполне себе. Как демонстрационная модель. Думаю, принцип понятен. Сконструировано это все в программе One to Free Design. Отпечатано все на MakerBot. 3D принтере MakerBot. Лопасти дополнительный размер стола MakerBot. Репликатор 2X. Ограничены, поэтому лопасти пришлось доращивать. Ну, в общем, для демонстрации принципа это не обязательно, их не прицепил сейчас. Ну вот так.